Дзіцячую пляцоўку стварылі жыхары дома па вуліцы Крупскай у Гомелі. Мамы скааперваліся і арганізавалі спартыўны комплекс для дзяцей. Бацькі яго ўсталявалі. Сямейнае месца адпачынку наведала наш корэспандэнт Вероніка Гамзюкова. Каля дома на вуліцы Крупскай 108Д яшчэ месяц таму была пустка. Бліжэйшы спорткомплекс праз дарогу. Адпускаць дзяцей туды бацькі асцерагаліся. Маладая маці Аліна Маніт прапанавала суседзям арганізаваць пляцоўку, дзе дзеці змаглі б бяспечна гуляць. Мамачкамі, родителямі сабіраліся, абсуждалі этот вопрос. И вот только сейчас воплотили все в реальность. Определили с комплексом, который бы был интересен и деткам постарше, и деткам маленького возраста. Не успели мы сложить инструменты, как нашу площадку облюбовала детвора. И сейчас с утра до позднего вечера у нас детский смех под окнами, веселье, радость. Счастливы детки, счастливы родители. Ну, в общем, все получилось, мы рады, нас объединила детская площадка. Аліна стварыла групу ў сацыяльнай сетцы і пачаўся збор грошай. Скідваліся хто колькі мог. Неабходная сума ў 2000 сабралася вельмі хутка. Да збору сродкаў далучыліся і жыхары суседніх дамоў. Цяпер на гэтай бяспечнай пляцоўцы заўсёды шмат дзяцей. За імі, дарэчы, бацькі могуць прыглядаць прама з вокнаў кватэры. Цяпер очень хорошо стало. Дзецям не нужно никуда далеко хадзіць, все на віду. В доме есть камера, которая следит за площадкой. Всегда можно в любое время открыть приложение и посмотреть, что там творится и где находится ваш ребенок. Все под контролем, как бы, все практично и хорошо. Мне нравится больше всех желтая иголка. И мне тоже. А почему? Потому что она классная, но я хотела еще выше этот домик, где там можно по лесенке залазить, хотя еще выше. Иголка еще выше была. Мне нравится кататься на этих качелях. Мне больше всего нравится кататься с горки, потому что она мощная, большая. И очень нравится кататься на качели, потому что она тоже очень интересная. С установкой пляцовки проблем не возникло. Папы залили бетоном основу и поклали штучное покрытие. Однако побольш со спорткомплексом есть пагорок, який обсыпается. Жыхары дома спадзяюцца, что администрация чыгуначнага района допоможет усталяваць бетонные опоры. Это один из ярких примеров про изошедших в нашем районе, который говорит о единстве духа железнодорожного района. Но эти маленькие моменты, которые речь идет практически о подпорной стене, администрация, конечно, возьмет на себя, и мы в комплексе коллегиально как бы решим эту проблему. Зараз организованный особный разліковый рахунок, куда все жадаючи допомогчи развитию дитячей пляцовки могут перелечить сродки. У планах жихарова зеленить территорию для дома и усталявать льтанку, где дети смогли б малявать, а у выпадку дажу сховаться. Вероніка Гамзюкова, Валерій Гапанько, телерадіокампанія «Гомель».